Здравствуйте, вот приехали покопать металлолом. Тут труба у меня вон там лежит, и тут, похоже, транспонтеры лежат, пластинчатые. Вот сейчас мы их попробуем накопать. Кусками тут лежат они. Все нормально. Очень какой. Не один, наверное, тут. Посидеть его надо. Все заржавел, конечно. Отпахнет, сейчас немного обколотим его. Анкер один. Вот я один достал. Что это где-то есть? Какие железяки. Я здесь пили какие старинные. Куча какая-нибудь есть тут. Ладно, пойдем дальше искать. Непонятно, чего. А, траки, чё ли? О, прикольно, всё заросло. Три трака, почти 30 килограмм есть, пусть пока полежат, отплохнут, кинуть надо их.
Железо сломано было, связали. Сюда прием. Потом унесем. Все вроде. Пойдем дальше искать. Вот немного покопали, накидали там вот траки, да что-то вот пластиночки больше, это спонтерные, это так железки. И вот два мешка тут железо стоит. И вот труба есть чугунная, килограмм, наверное, 50, наверное, больше. Сейчас я кувалку попробую разбить. Вот сейчас попробуем трубу избавиться от этого, потому что машина не входит. Вот так их делаю. Кто не знает, так... Землю можно вытащить оттуда. Иначе земля то все равно в машине высыплется. Ну, килограмм 30 будет, наверное. Может, меньше. Так, эта труба, понял, тяжеланный кусок отрубить. Примите ее, что ли. Тяжелая это. Земли, конечно, много. Лучше разделим. Вот так вот. Килограмм 15, может, больше. Машина сразу просела. Вот так вот. Толщина вон сантиметр. Таких труб побольше. Да? Так вот, сейчас эти мешки закинем туда сверху. Мешок. Хороший. Центр, чтобы равновесие было. Тут немножко надо было положено. Ладно, я поеду трубы пути. От ветра будет вставать так. Снимаешь все уже? Не знаю, сколько килограмм, 200 будет, может. Скребки, цепи транспондерные для выгрузки навоза на ферме использовались. Их много людей попадают. Так что ладно, сейчас еще заедем на пасеку, посмотрим, вдруг там раи летают уже. Прилетели чем лесные. Сейчас выбираться надо, тут еще такой лес у нас, сквозь лес, и потом проезжать надо. Меж елок. Дорог нет, уже все заросло. Ладно, будем складываемся, сваливаем.
Красота у нас тут. Красотень. Как все доросло. Супруга там палит места. Где тут металлолом копаю. Завтра тут вот проверят, сказать, где что не докопано. Давай металлоскатель положить, чтобы не сломать его. Ну, большое, конечно, выкопали, ничего страшного. Сливки сняли, а там остальное уже. Ладно, они туда не поедут, что дорогу да, идти. Дойдут и. Так что ладно, поехали, на пасеку доедем. Вот в таких местах мы ездим. Металлолом ищем. Пытаемся проехать. Вот недавно эти поля у нас обрабатывались. Я отпыхал в одну сторону, полчаса я езжу. Сидеть в пятерке. Четвертая, пятая передача где-то. Я полчаса в одну сторону. Или в Руклю, уж не помню. Тут далеко было очень. А сейчас вот какие березы уже. Лес. Тайга встает. Нам туда ехать надо. Тут на вездеходе удобно ездить, на машине как-то не очень удобно точками ездить. Идем на пасеку проверить, как тут птички поют, зелень, трава упрет. Здорово, дятел где-то там колотит. Посмотрим, вдруг какой-нибудь шальной рой уже прилетел. Смотри-ка, зелень, красота. Видишь, ни одной пчелки даже ниоткуда не прилетело. Не вижу. За медом даже пчелки не прилетели. Тишина. Там тоже все тишина. Начинает распускаться. Что-то все упал. Шкура все. Вот видите. Уже черемуха распускается. Сейчас бы на вощину поставлять. Пчелы бы работали. Вощину отрабатывает. Вот, смотрите, яблоньки отошла. Там вот. Это все засохли. Нет вот сколько листочков появляется. Там вот сколько листочков. Все замерзло. Яблонь. Крыжовник это хорошо будет. Крыжовника не собираюсь. Это все засохло. Снова все отпиливать надо. Ну то ветки есть, вот на этой веточке там где-то вон. Да, отошла. Остальное все засохло. Вот тут черемуха распускается. Ну, ветер, кстати, какой. А на пасеке у нас тишина. Вот а недельки через две, через три раи пойдут, может что-то и прилетит. Сейчас пока ничего нету. Тишина. Красотень, все зелено. Зелень все кругом цветет везде. Спускается. Скоро сирень зацветет. Вот какая. Думаю, что такое, что не жестянка, оказывается. Это чешуйка, по-моему. И она пробита. Как она смотрит, я не знаю. И какая чешуйка огромная. Чешуйка. А с дырочкой. И помята. Такая находочка у нас. Ладно, ходим, ищем дальше. Что-нибудь все равно найдем еще.
Вот хожу, копаю еще, тут полчаса, ничего нету интересного. Ну, копанул, что-то выпало. Монетка какая, 3 копейки. Вот, все-таки есть монета, все равно искать, надо выхаживать. Ну, я на прогулку приехал, так, душу отвезти. Вот так. Ладно, все хорошо, все равно. Дождика нет, похожу. Вот что-нибудь интересное выпадет, то я знаю. Ну, подвыбито здорово, тут поляна это выхожена. Ямок много. Тут... Ну, ходить надо, капу. Маскировать, чтобы никого не было не видно. Так, монетка. Все, приятно. О, слышишь, сигнал какой-то тыкает. Толкнул лопатой, только копнул. И вон у тебя кругляшок вылетел какой-то. Сейчас будем доставать, смотреть. Что там у нас такое. Двадцать копеек. Щитовик. Щитовик. Монетка есть немного? Ну, ходить искать надо. Вот на самом верху слышу такой сигнал, сухой оно же, на самом верху лежало практически. Ладно, идем дальше. Ветерок. А то что заносит начинает. Сильный дождь обещали, так пока нету, так ладно, походим. Как дождь начнется, так домой сразу свалим. Ладно, ходим дальше. Вот сигнальчик копнул. Где тут монетка какая-то. Приятно так разгибать и разламывать. Раз. И опять такой же троячок. Троячок. Вот. Тут вот рядом с вездеходом хожу, вот тут недалеко. Спускался туда книзу, ходил. Там ничего путного нет. Вообще сохран хороший у этих монеток. Вот старый герб. По цене не знаю, сколько она стоит. Думаю, нифига она не стоит. Так, одно удовольствие. Ладно, еще походимся, тут покружимся, тут монетка есть. Впадает немного, но маловато, конечно, выбито все сильно. Книзу-то я ходил, там все выбито. Вообще нету ничего. А здесь вот, уже как приду или пройдусь, нет монетка, да по монетке нахожу. Ладно. Ищем дальше. Так, все, прикатил домой. Стать хоть ветром, чтобы не брало. У нас разлив уже вроде как бы то ли убывает, то ли нет. Тут загород сделал для курей. Курят. Карабас-барабас. Пристрой для курей сделал, почти 10 тысяч обошелся. Ни о чем вроде бы. Так, там скворцы. Так что охоту сегодня не дали. Гусь уже, по-моему, здесь ушел. Но разливы еще хорошие. Так что все зеленеет, все красота стала. Уже настоящее лето. Так что съездил, металл покопал с женой. Монету тут пособирал, один ездил, уже все успел, да, более некогда, огород, стройка, ну, сезон, так что ладно, ждем нового видео, ставим лайки, пишем комментарии, поддерживаем канал «Сельские будни», до свидания, до новых видео.